Приветствую, друзья, подписчики, интересующиеся нашими проектами. Хочу так выложить сравнительное видео, коротенькое, двух автомобилей «Газель Соболь» Горьковского автозавода и «Тойота Мега Круизер», японский автомобиль, армейский, похож на «Хаммер». Автомобилей есть отличия и сходство. Сходство — это полный привод и дизельный мотор. Ну а различий мы устанем перечислять. Кто бы какой автомобиль выбор, пишите в комментариях. Либо автомобиль на гарантии новенький, либо очень сильно БУ. Автомобиль Toyota, иномарка. Всем привет, до новых встреч. Счастливо.